Пальцами левой руки большим и указательным фиксируем кожу, растягивая стороны. Брюшистым скальпелем в положении столового ножа производим линейный разрез, контролируя степень нажатия указательным пальцем на бушок лезвия. Пальцы левой руки перемещаются по ходу разреза, продолжая фиксировать кожу и фиксировать стороны. Затем кончиком скальпеля рассекаем оставшиеся фасциальные перемычки между краями разреза, выравнивая глубину операционной раны.